Добра, мира и гармонии, дорогие! 18 августа – наимощнейшая дата, в которую можно направить энергии в праведное русло. В этот день мироздание нас слышит напрямую и готово исполнять наши желания. Я включаюсь в состояние родения мира и хочу производить благо на планете. Я хочу помочь миру через себя стать лучше и светлее. Через меня преобразуется все и вся. Мир изменяется только тогда, когда изменяюсь я и ты. Все в наших руках, и я радею за то, чтобы мои уста и глаза озаряли светом все, на что я смотрю. Чтобы планета была в благодати, красоте и могуществе, я хочу, взявшись с вами за руки, производить преображение нашего мира. Слово с высокими вибрациями заякоряется очень глубоко в мироздании и в наших силах сделать все гармоничным. Сегодня я хочу прочитать вам молву мирного воина. В этих словах искренность и чистота. В них есть истина. Я говорю от души и душою. Мои уста вторят мирозданию на высоких вибрациях. И чем выше по частоте у человека эмоции, идеи, дела, тем выше и возрастает его мощь. Мы в одном из моих мест силы на берегу Средиземного моря. И я хочу проговорить молву так, как будто мир уже воцарился на планете. Я включаюсь в состояние гармонии и мира. Я хочу помочь миру стать более светлым через себя. Я хочу говорить с мирозданием на божественном языке. Каждый из нас может создать место силы в любом, абсолютно любом месте. Эти слова должны стать достоянием каждого и произноситься, когда есть духовное высокое состояние, когда вы чувствуете, что в вашей душе есть свет, теплый, нежный, способный озарить путь всем окружающим. В мироздании должно быть только мирное начало. Мы созданы для радости, созданы светлыми и чистыми, для того, чтобы обожать и любить этот мир, производить потомков и радоваться в своем родовом потоке. Человек ведь безупречное, абсолютно чистое существо. Я – армия из одного человека. Каждый, кто рядом со мной, может пасть, если я опущу руки. Я и только я отвечаю за то, как будут расти и развиваться мои дети. Я и только я буду отвечать за свои действия перед лицом Творца. Я беру на себя ответственность за все то, что произойдет в дне грядущем. Я и только я несу ответственность за свое поведение и перед лицом того, кто появляется на моем пути. Ибо каждый, кто попадается на моем пути, послан Творцом, чтобы научить меня чему-то. Только на Творца полагаюсь я, ибо у него нет рук иных, кроме двух моих. И я – армия из одного человека. И каждый, кто рядом со мной, может пасть, если я опущу руки. И взявшись за руки, никто из нас не падет, ибо все мы едины, созданные Творцом. И пока мы держимся за руки, мы сотворяем. И моя свобода выбора – это моя ответственность за себя, за детей, за родителей. И я все сделаю для того, чтобы мои руки были во власти Творца. И Творец есть в моем сердце все дни, пока оно бьется. А когда оно перестанет биться, то стук его продолжится в сердцах окружающих меня. Я – армия из одного человека. Каждый, кто рядом со мной, может пасть, если я опущу руки. И взявшись за руки, никто из нас не падет, ибо все мы единицы, созданные Творцом. И пока мы держимся за руки, мы сотворяем. Да будет так во веки веков. Все в наших руках. И у Бога нет других рук, кроме как пары наших. И мы этими руками совершаем благое дело. А благость несет гармонию и умиротворение в наши сердца.